Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня мы обсудим у меня кран, криптонаймы, плюс по заработку абсолютно без вложений, криптомонет, USDT, Dogecoin, Трона. Здесь такого нет ничего. Регистрация наипростейшая. Кликаем регистрация. Email, username, два раза пароль. Разгадываем капчик. Кликаем зарегистрироваться. Появится окошко о том, что нужно подтвердить. Адрес электронной почты. Переходите на почту. Кликайте на синюю вкладочку. Активируем аккаунт. Прежде чем что-то делать здесь, собирать монеты, нужно в обязательном порядке прописать адрес электронной почты, привязанный к FaucetPay. Прописывайте почту, кликайте на синюю вкладочку «Почта сохраняется». Кому надо, здесь сразу находится реферальная ссылочка. Вот здесь ничего такого не надо. Здесь короткие ссылки, это уже по желанию. Ежедневные задания. Вывод нам не надо, так как вывод идет без минималки. В кабинете ничего не задерживается. Сразу идет на микрокошелек FaucetPay. И депозит нам, естественно, не надо. И опускаемся чуть ниже. И видим, у нас экран USDT, Dogecoin и TRX. Опускаемся ниже. И видим вот как бы сборы. Значит, что? Claim. И что нам здесь нужно? Разгадать антибот и капчу. Я сделала уже с каждого крана по одному сбору. Таймер стоит 1 минута. Значит, у меня 49 клеймов из 50. Значит, 5-2. Рассказываем антибот. Капча. Подтверждаем клейм. Такая фигня появляется. Лестница, чудесница. Подтверждаем. Все монеты улетели, даже не знаю, сейчас посмотрим, идет там таймер. Давайте по новой соберем. 49, видите, нифига мне не улетело. Значит, 2, 7, 2, 7, капча, клейм. Все монеты улетели. Так. Переходим на домашнюю страничку. Это USDT, опускаешь ниже Dogecoin. Все то же самое. Значит, что у нас тут? 9, 7, 9, 7. Капча. Мотоцикл. Подтверждаем. Клейм. Монеты улетели. Пошел отсчет таймера. И трон. Клейм. Также антиботы капча. Что у нас? 2.10. 2.10. Ой! Видите? 2.10. И что у нас здесь? Пипец. Капча наша. Любимая. Разлюбимая. Ё-моё. Подтверждаем. Клейм. Все монеты улетели на FaucetPay. Возвращаюсь на экран. Здесь идет сразу, видим, да? Но вот это не мой адрес, вот моя почта. Как бы
Народ собирает. Так, ребятки, идем на Wallsurf. Перезагружаем страничку. И смотрим вывод. Значит, смотрите, CryptoNime плюс USDT. Такое количество прибыло 1 августа. CryptoNime плюс Dogecoin я собирала 1 августа. CryptoNime плюс Tron 3X 1 августа. И вот здесь я тоже, как я говорила, собирала вот монетки. Я сделала по одному сбору. Платит сразу мгновенно на кошелек. Здесь никуда ничего не надо, как бы выводы здесь не надо ничего кликать. Все, собрали. Через минуту можно сделать очередной сбор. Кому интересно, работаем, зарабатываем. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, всем пока.